Дольный очаг, наконец-то. Сейчас бы немного отдохнуть. Похоже, они готовятся к битве. Принц Артас, ночью неведомо откуда появилась огромная армия нежити и атаковала наше поселение. А сейчас враг направляется сюда. Проклятье! Джайна, я останусь здесь и буду защищать город. А ты найди лорда Утера и расскажи ему о том, что произошло. Но... Джайна, иди. Дорога каждая секунда. Постой. Что было в этих ящиках? Очередная поставка из Андорала. Не беспокойтесь, милорд. Зерно уже раздали местным жителям. Нет. Выходит, эта чума не просто убивает моих людей. Она превращает их в нежить. К оружию! Доброго времени суток, друзья. С вами Росси, и мы продолжаем проходить Warcraft Reforged, 5 глава. И сразу с пылу с жару мы ворвались в битву. Разумеется. Джайна ушла, но оставила нам свои причиндалы. Итак, до прибытия утра осталось 30 минут. Это видео у нас будет архидолгое, так что готовьтесь. А мы начинаем. Свет благословляет меня. Готовить оборону. Так, что у нас тут есть? Сразу надо готовиться. Угу. Мне не нравится, что здесь мало... Башен. Ладно, идем дальше. Кстати, мортира наша пропала, это очень плохо. Я к ней так привык, она была как родная. Хороший план. Конечно. Будем делать вылазки, пойдем посмотрим, что тут вообще есть. За честь и отвагу. Хороший план. Разумеется. Интересно, тут вообще что-то есть? За честь и отвагу. Или тут чисто на деф? Конечно. Конечно. Нет, вот есть база нежити какая-то. Сейчас мы ее немножко покромсаем. Вон поганище на нас. Ого, тут нифига себе. Не успел хильнуть. Тут нас так жестко принимают. Нет, надо отходить. Надо отходить. Я понял, что это не наша война. Еще сейчас и Артаса накрепят. Беги, глупец. Так, понятно. А вы просто бегите. За честь и отвагу. Пильнем от этого еще дворфа. Вон еще нападают эти. Елки. Принц Артас, армия нежити на подходе. Я вижу. Держать строй. Мы воины света. Мы не воины добра. Елки, вот это что-то. Я где-то прогадал. Наш герой погиб. Я его пока воскрешу, то, наверное, я тут уже и проиграю. А ничего. У нас, если что, на крайний случай есть возможность сделать призыв к оружию. Кто-нибудь ранен? Как пожелает. Короче, я привел с собой короля Лича 10 уровня, который просто пришел насиловать мою базу. Кто-нибудь вообще видел такое прохождение, ребят? Я думаю, никто. Не беси меня, скелет. Прикольно, конечно.
Ну, ребят, зато, мне кажется, вам будет интересно. Вы такого никогда точно нигде не видели. Так, и я, наверное, возьму лечебное зелье, Конечно. потому что я понял, что мне надо, блядь, здесь хиляться будет жестко. Хороший план. Так. За честь и отвагу. Ничего, сейчас я, короче, Твое переосмыслю. сражение завершено. Переосмыслю свои эти и пойду еще раз к тем Ждем дебилам и вас. еще раз с ними повоюю. Мне Ваша понравилось. светлость. Потому что защищаться, я считаю, для лохов. Нападать — выбор мастеров. Опять за работу. Сейчас мы только немножко оборону нашу Слушаюсь, милорд. возобновим. Слушаюсь, милорд. Тут очень интересно, можете построить. Вот, тут можно построить и Я этот. готов. Бою готов. Ну я понял, Сейчас я тут мортиры всем настроим и доволен. вернемся к этим ублюдкам. Да, ваша светлость. Я служу Сейчас всегда, все ваше будет. высочество. Сейчас все будет. А, убитая, Я вас нифига себе, видел давай тебя свершившимся. полечу. Чего? Бою Помогай, готов? помогай. Да? Улучшение завершено. Тут нифиговая сейчас драка будет. Дело сделано. Хорошо. Исследование Опять завершено. работу. Помогай. А вы, кстати, Да? пока этому помогите. Тут чуть-чуть осталось. Дело сделано. Слушаюсь, Есть. милорд. Дело сделано. Извиняюсь. Кашель душит. Тем временем. Мне кажется, что Сражение завершено. вообще-то не было на этот расчет, что кто-то туда пойдет. Потому что вышел десятый Разумеется. лич, это, конечно, жестко, учитывая, Конечно. что я пятый. Да, ваша светлость. Так, ты построил, Готов. давай теперь волшебное святилище надо. Блин, и тут вон проход тоже есть, да? И вот здесь вообще открытый проход. Улучшение завершено. Как-то непонятно. Опять за работу. Да, снова. Исследование Хорошо. завершено. Помогай. Готов. Угу. Недостаточно древесины. Дерева мало. Понял вас. Услышал. Давайте на помощь. Троих кинем. Дело сделано. Кстати, у меня будет пока как рабочая здесь Недостаточно древесины. передвигаться. Опять за работу. Я служу связи. Ну, это Сражение завершено. такое нападение, как Хороший план. Я готов. выходить туда. Ладно, теперь, чтобы я мог пройти сквозь эти пушки свои, башни, которые я понастраивал. 100 дерева надо. Ребята, ну там немножко принесите. Чего? Помогай. Я готов. Дело сделано. Есть. Да, ваша светлость. Давайте тут укрепим. Здесь нельзя строить. И вот тут еще надо, блин, Дело тут со всех сделано. сторон надо укреплять. Я помогу. Я готов. Приказывайте. Недостаточно Да древесины. что ж ты будешь делать, что-то по дереву херово все. Уже ж вроде улучшил, улучшенную добычу, точнее сделал. Мортирку хотя бы одну хочу мортирку. 125 дерева. Дофига, дофига. Опять за работу. А где твой кореш второй еще? Да, Вот ваша он. светлость. Понял. Помогай. Дело Да? сделано. Ну я пошел. Слушаюсь, милорд. Так. Дерево есть, это хорошо. Будем хотя бы так как-то их немножко чередовать. Чего? Добавился у нас волшебница, добавилась. Но я бы хотел себе пару лекарей. Улучшение завершено. Принц Андерс, мы обнаружили большой караван нежити с грузом зараженного зерна. Нужно остановить его, пока он не добрался до других поселений. Остановим. Хорошо. Сейчас лекаря Ритуал подождем. позволяет. Там нашу базу напали. Хотя бы одного. Я Что есть? исцелю эти Слушаю. земли. Один уже Заманите. есть. Разумеется. Хороший план. Пошлите просто. За Ворвемся честь и на отвагу. караван гребаный.
Конечно. Да? Иди почини. Опять за работу. Давайте, мне нужен лес, потому что сейчас я разберусь с караваном, и я вернусь дальше к строительству. Сделано. Хороший план. Засада мурлоков. Наши войска атакованы. Я помогу. Я служу свету. Ощути мой гнев. Блин, за тех зеленых, за ту же зеленую нежить у меня прям осадок остался. Зельеман, это нахера? А, подожди, могу ждать. За честь и отвагу. И как его разрушу, если тут вот опять этот сейчас выбежит на меня? Ладно, постараемся так пробежать. Хороший план. Где этот караван? За честь и отвагу. Вот он стоит, меня ждет, хорошо. Разумеется. Быстрее, быстрее! Если мы потеряем груз, повелитель сдерет с нас шкуру. Ой-ой-ой-ой, не успею. Разумеется. Не успел. За честь и отвагу. Поздно просить пощады. За моего отца. Же обращенные наши эти. Молюсь свету, чтобы зараженное зерно больше не попало ни в одно поселение. Блин, свиток возвращения, но я его не могу использовать. Мы пойдем пешком. За честь и отвагу. Похер. Так. Ничего, может. На всякий случай. Пробегить? Да. Хорошо. Только чуть этого не убили Гаврика. Разумеется. Конечно. Конечно. Разумеется. Так. Тут у нас... Давай, ты один все равно стоишь, скучаешь. Иди там, тут почини. Блин, ребята, как думаете, наверное? О, погань еще уже. Ты шо? Ты шо такой агрессивный, чуть не этого дружочка не убил, все, иди чини дальше. Я помогу. Улучшение завершено. На что жалуетесь? Дело сделано. Дело сделано. Исследование завершено. Чего? Хорошо. А что тут строить? Мастерская у меня уже есть. Кузница у меня тоже есть. Что прикажешь? Так, ну, в принципе, у меня фулл стак, да? Да, можно, в принципе, я думаю, идти. А всех остальных просто сейчас сюда будем штамповать. Для того, чтобы они держали оборону. Тут надо добавить. Тут надо добавить. Вас всех надо прервать на секундочку, чтобы мне понастроили домов, чтобы я мог штамповать армию, не задумываясь. Все, вот так. Что, помогайте. Угу. Все, вот пришли драться. Недостойное создание. Никто не смеет предавать. Так, свет. Еще, наверное, мортир надо. У меня дерева не хватает. Свет благословляет. Ну, сделано, но не везде. Надо уж помочь. Да, дело сделано. Улучшение завершено. Дело сделано. Опять за работу. Дело сделано. Все, пошли. Этот, короче, остался замурованный. Так он там и помрет. Так он там и помрет. Слушаюсь, милорд. Так, пошлите дальше, короче, еще раз. Пойдем помахаемся. За честь и отвагу. Вернемся к тем козлам зеленым. Ну то смотри, придумали, блин.
Чего? Иди. Хорошо. Это что, шутки, что ли? Хороший план. Я не забыл, я не простил. Правосудие настигло тебя. Капитана, конечно, жалко потеряли. Нормальный парень был, спортивный. Дело сделано, разумеется. Ощути мой гнев. Разумеется. Улучшение завершено. Правосудие свершится. Конечно. А если попытаться этого козла слить? Давайте, ребята, до последнего его. Вот так вот. Теперь поганище давай. Опа. Все вернулись. Поздно просить пощады. Правосудие настигло тебя. Нормально, мы так еще их с ними боремся. Неплохо, очень даже. За честь и отвагу. Давайте, хлопцы, давайте. До последнего, до талого. А, не успел, блин, и случайно похерял не того. Правда, конечно, я ульт дал, но ничего. У нас тут, кстати, армия небольшая есть. Я помогу. Конечно. Разумеется. Так что ждем сейчас наших на подкрепление. Внимание, хрена маны. Так, что тут у нас? Ты так и останешься. Чего? О, нифига себе, они так неплохо напали. Так, дерево есть, место есть. Давайте. Тоже сюда, сюда. Вот так вот. Так, шо, пошли. Один хил будет. Надо больше, пацаны, не насчитывайте. Конечно же. Давай, давай, давай. Наваливай. Есть такое дело. Поганище играем. А, уже лич появился. Не, отходим нафиг. Отходим. Тебе нужна моя помощь? Да. Поможешь? Давно пора. Я помогу. Теперь на обратке, опа. На обратке их козлов. Что приказываешь? Так, что там еще чинит? Ощути мой гнев. Давай, давай, давай. В чем проблема? Маг подошел. Артаса можем потерять, отходим. Конечно. За честь и отвагу. Уходим, пацаны. Разумеется. Я исцелю эти земли. На обратке. Давай, 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 на обратке. Конечно. Оп. За честь. Давай, вперед. На нашу базу напали. Хорошо. Нас так, что тут у нас вообще происходит? А. На что жалуетесь? Хитрая катапульта, думает, что она очень хитрая. Где враг? Правосудие свершится. Ваши войска атакованы. Разумеется. Я служу свету. Чем могу помочь? Надо нашим подмочь. Сейчас мы туда, короче, пошлем, наверное, одного лекаря. Конечно. Мортиру. И пару солдат. Одно ваше слово. Так, вот здесь у нас. Давайте, давайте. Нам надо больше. Недостаточно золота. Причини. Золото точнее достаточно, носим же.
Ух ты! А вы видели, что я пропустил, ребятки? Вот это поворот. Вот это поворот. Пошли. Хороший план. Жду приказа. Разумеется. Хороший план. Недостойное создание. Нежить мародера. Ай-яй-яй. Я исцелю эти земли. Что, ничего нельзя разрушить. Конечно. Ящики. Свиток исцеления. Видите, это к тому, что надо внимательно проходить. Разумеется. За честь и отвагу. Блин, не хватает 200, наверное, может, не буду лечить, если что, пусть они все умирают, а я потом херак. И сразу разумеется. Поднял 6 человек. Хороший план. Воскресил. Честь и отвагу. Мне подвластно. Конечно. Да, понятное дело. Вот это разумеется. Херово, что здесь... Хороший план. Ладно, попытаемся зарашить. Урон бешеный пошел. Никто не смеет предавать свет. Поздно просить пощады. Поганище сразу, поганище, поганище, поганище. Все, упал Артас. Отходим. Ведем их сюда. Так. Артас, вставай. Чем я могу помочь? Бою готов? Невозможно там пробить. Может, конечно, что-то не так делаю, ребятки. Ну, вы шумные, подсказывайте, если что, в комментариях. Что не так? Почему? Почему я не могу пробить? Мало войск? В чем проблема? Блять, ешь, башни мне пробили. Волочи такие. Так, нет, вы сюда. Так и собирайтесь. Артас. Артас пришел. Свет благословляет. Так, а что-то там надо? Значит, ну, мощное деление. И, наверное, вот эту хрень. Опять за работу. Да, снова. За работу. Чего? Помогите ему. Я не могу смотреть, как мой этот мучается. Дел готов. Поможем ему. Да? Нам нашу базу напали. Да, вперед, ребятки. Я служу себе. Артас туда же. Правосудие свершится. Уже неплохо. Сейчас начну со всех сторон на меня идти. Помогайте, что вы стоите, смотрите. Я готов. Дело сделано. Ну я пошел. Улучшение завершено. Так. Это все хорошо. Я, конечно. Да, ваше высочество. Бойца на разведку. А то я собрался идти делать себе второй рудник. Но не этот. Но не проверил вообще. Дело сделано. Да? Ну я пошел. Слушаюсь, милорд. Приказывайте. Что тут вообще находится? Конечно. Так точно. Дело сделано. Будет исполнено. О. Я помогу. Артмен, давай. Что тут у нас? Камень ясновидения показывает, спрятавшихся нет. Свиток защиты, свиток возвращения, зелье маны, лечебное зелье. Где, ну, мне мана нужна. Конечно. Мне мана нужна. А это бы хрень. Чем могу помочь? Вот это бы хрень, я бы ее продал. Вот так. Щелк-щелк. Уже хорошо. Себя. Так, хорошо. Вот дальше. Раз вы сюда уже пришли. За честь и отвагу. Да? Чего?
Блять, уже дерево закончилось толком. Где враг? Хороший план. Конечно. Все, да, пацаны, все нормально. Зеленый свет. Газуйте сюда. Угу. Свет благословляет. Блин, хипета мало, конечно. Но ты такое. Я помогу. Хотя тут 2000 золота за 6 минут почти. Я думаю, что я выживу за это время и не успею его потратить. Опять за работу. Улучшение завершено. Недостаточно золота. Начинается. Подождем. Свет благословляет меня. Опять за работу. 380 с чем-то там надо, да? 385. Так, идут. Я служу свету. Подлечу тебе, дружочек. Разумеется. Так, собрали. Почти истощен. Почти, да не почти. Начинаете утрировать. Слушаюсь, милорд. Правосудие свершится. Недостаточно золота. К бою готов? У меня уже скоро будет и недостаточное, наверное. Население. Но мы удержим. Приказывайте. Как-то четко, да, рассчитано на время. Считайте, сколько у меня рабочих. К бою готов? Мне подвластно. Дай мне цель. Что прикажешь? Ничего не прикажу. Тут вставайте. Хорошо. Вместе с мортирой. Куда стрелять? Дело сделано. А вы? Чего попросишь? Ну, сюда где-то вставайте. Всегда эльфам приходится всех спасать. Да. Именно так. Кто-нибудь ранен? Те, кто остались, я буду их водить. Хороший план. Вместе с Артесом. Я служу свету. Чего? А, идите, да, убейте дальше. Ваши войска атакованы. Вот это поворот. Да, бабский. Ну, так тому и быть. Мне, в принципе, золота уже и не надо. 3 минуты осталось. Нам нашу базу напали. Я понимаю. Ну, зато они отвлекутся пока. Мы уже знаем, с какой стороны они будут идти. Давай тут башню, короче, поставим дозорную. Чтоб видеть. Две минутки. Наш рудник истощен. Ну, на этом все. Поздравляю, вы безработные. Идите рубите дерево. Дело сделано. Чего? К бою готов? Слушаюсь, милорд. Свет благословляет меня. Не успеет, наверное, башню поставить. Опять за работу.
Чего? Где враг? Ой, а как по мне, можно даже очень строить. Правосудие свершится. За честь и отвагу. Минута 19, сейчас начнется хардкор. Улучшение завершено. Разумеется. Прикажешь открыть огонь? В чем проблема? Я помогу. Но они же должны ринуться на меня толпой. На нашу базу напали. Конечно. За честь и отвагу. Началось. Это невозможно. Им нет числа. Дерись, тряпка. Да я по-моему сам дал по башке. В принципе. Конечно. Упану тебя вот так. Я сам отбился. Слабаки. Свет. Дай мне силы. Ты даже не представляешь, как вовремя ты прибыл. Рано праздновать победу, сынок. Битва еще не закончена. Я удивлен, что тебе удалось сдерживать натиск нежити так долго, мой мальчик. Если бы я опоздал... Знаешь, Утер, я сделал все, что мог. Конечно, если бы у меня за спиной был легион рыцарей, сейчас не время для споров. Это только начало. Ряды армии мертвецов пополняются каждый раз, когда гибнет кто-то из наших солдат. Значит, мы должны сразить их повелителя. Если понадобится, я сам отправлюсь в Стратхольм и убью Малганиса. Тише, мой мальчик. Несмотря на всю твою храбрость, тебе не удастся в одиночку победить того, кто командует легионами мертвых. Тогда счастливо оставаться, Утер. Я ухожу. С тобой или без тебя. Вот так вот, Артас. С тобой или без тебя. Интерлюдия. Посмотрим. Тот же день на дороге, ведущей в Стратхольм. Приветствую тебя, юный принц. Нам нужно поговорить. У меня нет на это времени. Послушай меня, мальчик. Эти земли обречены. Тьма уже спустилась на них, и ты не в силах остановить ее. Если ты действительно хочешь спасти свой народ, уведи его за море, на запад. Ты предлагаешь бежать? Мое место здесь, среди моих людей. И я буду защищать их. Значит, ты уже сделал свой выбор. Запомни, чем сильнее ты стремишься сокрушить врагов, тем быстрее твой народ окажется в их власти. Прости меня за то, что я пряталась, Артас. Я просто хотела... Нет, Джайна. Я ощущаю в нем огромную силу, Артас. Может быть, он прав. Может быть, он действительно знает, что нас ждет. Его слова не заставят меня покинуть родину, Джайна. И меня не волнует, на самом ли деле этот безумец может видеть будущее. Идем.
Это так. Глава 6. Резня. Ну, а это уже будет в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. И всем пока-пока.